Друзья, всем привет! Вы на канале ДТВ, и у нас сегодня на распаковке универсальный пульт управления для телевизоров. Вот в такой упаковке, стоимостью 180 рублей. Ссылка будет в описании под видео, где можно будет его купить. Модель называется Rexant 380025. Пульт универсальный для телевизора RX1882. Совместим с Toshiba, Philips, Sanyo, Sharp, Hitachi, NEC, Samsung, Sony, LG, Panasonic. Итак, будем пробовать его с Toshiba. Давайте мы сейчас вскроем, посмотрим, что там внутри. Такое руководство пользователя. Ручная настройка, как ее делать. Нажмите кнопки настройки питания, сейчас мы это все произведем. Автоматическая настройка, включите, приведите обычный режим просмотра и направьте на него пульт. То есть кнопка настройка везде, видите, нужно будет нажимать на пульте, вот сам пульт. Так, давайте посмотрим, батареек нет. Надо мизинчики будет сюда. Сейчас попробуем его настроить. Так, друзья, пульт заработал, могу его рекомендовать. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал ДТВ, и вы узнаете очень много интересного в будущем. Мы снимем также много очень хороших видео, обзоров, техники, путешествий и всего много-много-много. Пока-пока, друзья. Пока.